Каждая школа самостоятельно решит, как будет выдавать аттестаты выпускникам. По данным администрации Томской области, до 15 июня выпускникам школ региона выдадут аттестаты о среднем общем образовании по окончании 11 классов и об основном общем образовании выпускникам 9 классов. Как отметила начальник департамента общего образования Томской области Ирина Грабцевич, школы сами решат, в каком формате будет проходить выдача аттестатов. Обязательные условия – соблюдение санитарно-эпидемиологических требований. В регионе в этом году заканчивают школу 5788 11-классников и 10808 учеников 9 классов. Всем выпускникам аттестаты будут выданы без экзаменов по текущим оценкам. Основные государственные экзамены отменены для всех учащихся 9 классов. Единые государственные экзамены сдадут только 11-классники, планирующие поступать в ВУЗ.